Так, ребят, все, я здесь в игре, вы меня чуть позже услышите. Переименую сейчас здесь название, здесь еще больше половины у нас оказывается. Все, игра стартовала. Ну, что я могу сказать? Печальное выступление наших игроков на GOF ОСК сегодня было абсолютно. Проиграл Хэппи, ну и двух нерч выбил еще. Вот. Я говорил, что там, я сразу предупреждал, что могут быть проблемы с входом в игру на этом турнире. Короче, завязывайте там свою политику. Сейчас все начнется, вот. А так все правильно говорили Тигеру по поводу его всего этого плача, как бы, что кто-то там ему ничего не должен. Звук появится, задержка 3 минуты. Звука не было в игре, просто он выключен был. Но все, уже я здесь. Вортикс против Сирала. У Вортикса делается Беллинг Нест, Сирал мув Беллинг Нест делает. Так, подбегают линги. Королева неплохо сейчас отгоняет лингов своими спорками. Не спорками, ну вы поняли. Иглами. Вортикс третью ставит. Мув после Беллинг Неста уже запилил. Но он перестраховочно больше ставил. То есть именно отрыва кого-нибудь равного. Вот. Ну что, линги вперед побежали. Кстати, на вот этот турнир точно ставки, я думаю, есть. На кибете, кому интересно, пилите. Вот. Хороший, очень хороший контроль от Вортикса сейчас был. Пытается Сирал королеву догрызть. Догрыз королеву, кстати говоря. Ну, молодец, Сирал был тоже упорный. 3 в 3 базы, но здесь вот что.
А здесь что? Здесь борода. Здесь ничего нет. Только рабочих разве что больше. Вот. Так, что происходит-то? Так, короче, больше предупреждать никого не буду уже. Вот. Так. Третья хата у нас. Раскачивается понемножечку. Линги пытаются пробежать. Королева раз... Ой, дрон куснул! Как куснул четко. Но это Вортикс. Мне нравится Вортикс. Он в плане контроля он сверх четок на самом деле. Вот. Плюс 2 у Сирала. Вортикс 9 муталисков сейчас заказывают. 9. Это много реально. Минус Уверсир. Ну что, Увер минус раз. Сейчас еще Увер минус будет. Так, Беллинг сейчас от Глейва прикольно умер снизу. Это было прикольно, реально. Все больше и больше муталисков у Вортикса. Хайв делает Вортикс. Это будет, судя по всему, Грейтер Спайр, либо Ультра... А, Ультрала это будет. Это будет Ультрала очень-очень быстрая. Ну что, плеточки добавляются, полетит все вперед. Ну что, сейчас мы увидим Ультралис Кеверна, наверняка, потому что эти грейды явно под него делаются. Ну, кстати, Ультралы вот с их нынешним армором снесут вот эту хрень всю просто с лица земли, но если люры много не будет, конечно. С люрой уже нужно будет драться в центре где-нибудь с хорошей позицией. Так, муталисков становится реально много, 17 штук, роуч минус. Хорошо встречает Сирал сейчас. Минус муталисков две штучки было. Только что сделано. Еще какие-то оверы полетели. Так, мутка пытается, нет, четвертую пытался, тут что-то немножечко Вортикс подхарасить, но не очень-то у него получилось. Харасит мейн, сейчас газ убивает, здесь порки новые добавляются, ну газ брил тоже неплохо. 4 ультрала, 2-2 грейды, ультралиском армор уникальный. Адреналин лингом нужно сделать обязательно сейчас Вортиксу. Без адреналина тяжело будет. 9 люркеров запиливает Сирал, это значит, что он будет жить скорее всего, это слишком... Какая-то слишком затяжная, по-моему, игра получается уже. Так, Линги пытается забегать. Дурак копается. Линги прям через люру сейчас забегу. Ой-ой-ой, какие залпы серьезные.
Ну, часть Линга все равно просачивается через Улюру, как ни крути. Адреналин запилен. Лингов Вортикс на 3 части сейчас сплитят очень грамотно. На мейне, правда, они криво очень дерутся против королевы. И королева выживет. В итоге чудом там на 13 хп. Но две королевы уничтожил. И 8 дронов уничтожил. Кстати, дронов шатает Вортикс на 4 базе. Сиралу. Газ шатает. Так, королеву нет смысла шатать. Здесь стоят, вы видите, гидралы помогают. Две атаки сейчас уже есть у Сирала вместе. Так, Ручи, Гидра, Люрой идет вперед. Здесь уже реально много ультралов. Если быть точным, 6 штук. Сирал заходит наверх сейчас. Кстати, Сирал хорошо заходит. Ему нужно армор делать обязательно сейчас. Так, будет врываться Сирал? Да, врывается. Хат Вортикс вынужден будет отменить. Сиралу нужно что сделать, я так думаю, сейчас? Ему нужно просто чуть побольше еще люры запилить. Гидры с перебором и так. И вот если ее будет штук 16, то можно уже и ультралов пробревать. Вот с хайграунда отсюда, например, зайти. Так, мутку подрезал Сирал. Две осталось штучки всего лишь. Можно четвертую с хайграунда вырезать. Я не знаю, что Сирал боится. А, сейчас, кстати, зеленка вайпер. Вот зеленка, кстати, против люры хороша. Хороша зеленка. Почему люр просто не будет стрелять, кстати? Ну, можно зеленку, можно контрить люры как? В своих юнитов атаковать, чтобы они... Ну, только направление нужно правильно выбирать. И то тоже неплохо может получаться. Так, копается Сирал. Вортикс запас больше минералов, Сирала газа больше получается у нас. 3-3 грейды пошли. Врывается Вортикс. Люры реально много. Осталось, правда, не так много, 5 штук. Но ультралы-то падают, смотрите. Сирал отбивается, Вортикс вынужден уступать. Новую люру просто на все. Люры на все сейчас заморфить, и, по-моему, нормально будет. Таракашка, привет. Здоровье нормально. Здесь линги врываются. Закопались роучи, поползли кот вперед. Трансьюзы пошли. Ну что, роучи заползают, кстати, неплохо сейчас могут заползти. Вортикс видит прекрасно, кстати, этот весь врыв. Так, ультралы начинают их бомбить, роучи на крипе быстренько ползут, но в итоге здесь не надо раньше времени, только Вортикс! Ой, Вортикс, блин, посмотрите, какой сообразительный товарищ Вортикс. Сразу прочухал, что раз врывается туда, наверняка и в другом направлении врывается. Роуч перехватывает, бедные роучи. Ультралы бегут затопчем сейчас, затоптали. Там Грейтер Спайр у Сиральчика пошел. Так, еще люра пошла, 3 штуки. Третья оранжевая атака делается. Врывается Вортикс, ультралов просто немерено. Уверсиры идут вперед, зеленка расставлена просто дичайшим образом сейчас. ГГ пишет Сирал, смотрите, как ультралы растоптали, просто растоптали. Хорошая ЗВЗ, четкая, я бы сказал, но долгая.
Ну что, заходим во вторую игру. Ну что, вторая игра, Vortex уже так прям уверенно откатывает, но, конечно, этот игрок силу будет набирать, некогда один из лидеров StarCraft европейского. И сейчас он еще силен. Да не, на гоблина может и похож, но чужие уникальные фразы не нужно повторять, есть свои. Блин, мне позвонить надо. Ну ладно, сейчас кончится матч Венеров. Пойду позвоню. Вот. Ну что, мув делается. Оба рабочих перевели, у обоих мув, кстати, делается. Так, отвлекся сейчас на чат немножечко. Но возвращаюсь назад. Кстати, что-то чая много не допил, хоть холодного попить. Немножко. Ну что, принимает здесь лингов парочку у нас. Vortex и вперед побежал. Да, вовсю прям бежит вперед. Пытается расконтролить, Сирал не дает. Нет, здесь не расконтролить ни хрена. Ну, Сирал сам тупо сейчас берет, дрона дает. Зачем дрона-то отдал? Если тебе дэмэджи на эллинге, лучше не бежать Сиралу так вперед, сломя голову. Я вижу 6 роучи Вортикс, потому что 10 роуч Ворон Эволюшн. И что эти роучи пойдут вперед-то? Вижу, вылезает так. Сирал видит одного роуча. Своих заказывает 3 штуки. Вортикс спалился сейчас. Дронов на золото еще перевел некоторое количество. По 3,
на одну часть 3, на другую 2 дрона. Здесь у нас начинает прессовать Сирал золото Вортексу. Овер минус золото отменил. Нужно заново заказывать сейчас. Вижу Роучи. Вортекс еще начал строить. Здесь овера потерял. Здесь титылинги вырывались, отдались. Короче, лимита на 20 больше Вортекса, но как-то печально. Снуп 2-0 ведет. Ну, слава богу, что хоть не этот печальный выиграет. Мимо Сирал кидает, овер улетает Вортекса. Здесь Реводжеры, кстати, пришли, обратите внимание. Сирал очень много до заказа сейчас делает, очень сильный до заказ. Овера подрезает сейчас. Но Реводжера подрезает в ответку Вортексу Сирал. Заходит Вортекс. Королеву подрезает. Пошел в замес. Фаерболы в молоко пошли. Здесь золото у нас, конечно, готово, но можно еще драться. Так, Вортекс что-то на муве сейчас идет и Реводжеров отдает. Линги очень в тему прибегают. Вортекс идет вперед, покусит Реводжеров, но под фаерболами ходит сейчас как-то не очень хорошо. Заходит на хайграунд. Лингов, ну, очень много дотекает. Но у Сирала тоже в заказе много лингов. Здесь Роучи одни остались без прикрытия. Линги выходят у Вортекса. И кажется, Вортекс... Отдается здесь Вортекс или нет? Королева убивает. Не отдается, но ничего тут конкретного не сделает. То есть игра продолжится. По рабам ситуация Вортекс в плюсе немножечко. У Сирала нет Лейра и у Вортекса нет Лейра. Вортексу нужно отступить, что он и пытается сделать. Отступит. Так, надо будет закапаться еще. 93-86. Ну, Лэйр сейчас Вортекс запилил. Плюс один. Сирал не понятно, вроде отбился. А, у него уже есть плюс один. Но плюс два не может заказать физически, потому что Лэйра нет. Нужно Лэйр пилить Сиралу. Иначе отстанет сейчас. Вортекс сейчас и Лэйр, и плюс один заказано. Роучи масит. На второе золото. Вот ошибка от Вортекса сейчас, что вот он не возьмет отсюда, просто чик не переведет дронов. Причем значительное количество сюда надо перевести. Зачем вообще они там находятся? Так, здесь часть Реводжеров сбоку заходит. Куда-то побежал вперед Сирал. Смотрите, Вортекс на халяву подлавливает Реводжеров Сирала. Правда, у него меньше, у него 4, 5. Так, фаербольщики пошли. Ну, трех подловил, двух сам потерял. И пушить идет, да? Можно фаерболами вот это овера снести, но нужно два раза ждать каста в итоге. Это будет слишком долго, поэтому отступает Вортекс и пилит спайр сейчас. Как вы видите, у Сирала очень много рабочих. Здесь дроны мисклик, они вот поехали. Отсюда с мейна, со второй на третью. Не, Вортекс чуть перехвалил, он сейчас хрень какую-то начинает делать. Наконец-то хоть газ начал добывать. Здесь нужно тоже газ начать добывать. Ищут линги, забегает, четвертую пытается, не пытается Вортекс ничего сделать. Туда-сюда бегает, сначала я думал за лингами решил бежать, потом опять назад побежал, но уже поздно. Вернулся сюда Сирал. А дальше что? А дальше врыв идет на хайграунд. Девять муталисков. Ну, хороший свич от Вортекса сейчас мутку пошел.
Сможет ли здесь что-нибудь напробревать? Сирал пошел вперед, и Вортик сейчас его просто мутой подловит. Смотрите, приходит Реваджер минус раз, Реваджер минус два. Нужно выдвигаться вперед, наверное, Вортиксу уже даже, я думаю. Так, ну хорошо, Реваджеров прессует, фаерболы в молоко. Чуть по своей королеве не попало. Одна королева раз, вторая королева два, минус. Третья королева тоже минус. Его Сирал выдвигается вперед. Вортикс понимает, что нужно ловить его. Так, здесь что-то роуще есть. Идет вперед, но возвращается назад. В итоге по лимиту Вортикс впереди оказывается. Хорошо, Реводжеров Сирал минусует. Дорогущие юниты по 100 газа. 100-100, каждый как муталис стоит. Это жесть. Можно выдвигаться Вортиксу вперед. Он понимает и выдвигается вперед. Мутка смещается к четвертой, но здесь спорка есть, поэтому Вортикс отходит назад немножечко. Вырывается. Плюс один на плюс два сейчас будет. Сирал от Сигрейды лучше будет. Спорку нужно минуснуть, если муткой так дерешься. Вортикс, что ж ты делаешь-то? Спорку не минусует, но достаточно юнитов у него, чтобы пробрить, как вы видите. И мутка спорку вся слилась. Вот эта печаль, конечно, можно было получше, конечно, законтролить. 2-0. Ну что, надо мне позвонить быстренько. Секундочку, ребят. Сейчас я вернусь. Ребят, сейчас я позвонил в одно место, сейчас позвоню еще Даше. Вот. Короче, сейчас у нас что? У нас... Сейчас я вам скажу, кто сейчас бьется. Marine Lord бьется против ДНС. Матч лузеров просто на тиран. Ну, короче, сейчас будем, в общем-то, смотреть. Пока что-то ДНС-а не видно. Сейчас я приду, позвоню Даше быстренько.
Все, я здесь, ребят. Прошу прощения. Так, позвоните, не успел я. Обнаружил, что курочка готова была. Затрепал чуть-чуть, а то, блин, что-то кексом я не напитался. Вот. До этого, ну, да ладно. Сейчас уже ночь, наверное, хорош. Кусочек небольшой съел. Уже завтра. Потому что так чокнуто открыто. Штора, точнее. ЦЦшка у Марин Лорда, Рипер строится. Переводит ДНС рабочих некоторое количество. Ну все, отбился, Старгейт пошел. Оба француза, явный фаворит Марин Лорд. Конечно, он посильнее сейчас. Хотя ДНС, я вижу, что там онлайн-капы многие отыгрывают. И даже вроде как бы неплохо отыгрывают. Но чувствую, что все-таки Марин Лорд должен пробрить. Марин Лорд, кстати, с Вортиксом бился. Сирал у нас бился с ДНСом. У них, значит, такие более долгие игры получаются. Вот. Полуопупевший. Лучше бы ты был полуопупевшим. Разные ники, это не очень хорошо, как у Вердоса. Все равно Вердос как бы остался. Ну что, Оракул-то готов? А, это не... А, вот Оракул только готов, полетел вперед. С Рипером разминулся. Здесь у нас будет циклончик готов. Кстати, будет он на второй базе. Оракул висит. Так, Либератор Оракула пытается найти. Кстати, смотрите, пытается загнать на циклона, но нет, улетает, улетает сейчас. ДНС еще и Ревелейшн напоследок кинул. Ну, почти на единицу быстрее Оракул, чем Либератор, так что не догнать будет. Так, здесь у нас бараки добавляются. Третья сэшка готова. Старпорт сейчас сядет на реактор. Начнутся продакшн там. Это долго атакует у нас в итоге. ДНС. Пару рабочих все забрал. 4 КСМ-ки в общей сложности сбрил. Нужно достраивать бараки. Один достраивается моментально. Здесь все меняется местами.
Так, все правильно, барак взлетел, потом обратно сел, нужно щиты заказывать. Кстати, ресурсы на щиты есть, что-то не заказывает, Марин Лорд эпошки открыл. Вообще, куда-то АПМ тратит в никуда сейчас Марин Лорд. Свел, а потом сливал. Но это типичная такая тема, когда ведешь, потом сливаешь. Здесь колосс из двух руба. 1-1 у ДНС. 120-120. Плюс 4 гейта. Фотоночек добавляет. За рабочими, кстати, молодец. 69-62 по рабам. Еще-то феникс летает, карасит. Ну, фениксов больше ДНС не надо строить, я думаю. Пони СС, спасибо тебе. Вижу тест 1150. Удачи на стримах, приятно смотреть. Скорее бы уже по ТВ показывали. Ну, может, когда-нибудь будет. Спасибо большое за поддержку, очень приятно. Очень серьезно. Вот здесь все еще пара с фениксами идет. Так. Вырвался в лидера. Ты у нас сегодня. Так. Два грейды делаются. Скорость атаки адептом. У тиран тоже 2-2 заказано. Колоссов уже 4 штуки. Кстати, колоссов хорошее количество. Ну, вы помните сегодня, как на меня наладали. Тиран на 7 колоссов ломился нелепо. Был развален, конечно же. Неплохие два залпа по фениксам. Что, пси-штормчик делается. Либераторы вперед, все вперед. Блинк есть, 2-2, нет грейдов пока. Бустится 2-2, бустится. Да, варп сталкеров еще есть. Заходит у нас, посмотрите, сейчас. Ну вот ДНС сейчас проиграет игру, почему? Нах... Потому что зачем он дает оппоненту подойти и разложиться прямо под его базой? Ну зачем это делает? Кто-нибудь может объяснить? Все, минус Нексус. Факта падает.
1498. Идет вперед. Протас, кстати говоря. Ну, штормы хорошо попали там сейчас, я бы сказал бы. Еще шторм пошел. Че он боится-то? Блин, на клике сбривает и что-то боится еще. Иди вперед, дожимай, все. ГГшечка здесь напрашивается. Самая настоящая причем. Здесь еще адепты зашли. 24 пробки минус. 178, 104. Все, идем на клики, убиваем. 3-3 делается, все делается. Да, варпы есть, нужно идти убивать. ДНС, кстати, неплохо, я смотрю, таки. Адептов. Адепты на мейн телепортнулись, заходит по четвертую, но ему не надо драться с планетаркой сейчас, ни в коем случае. Ну, он решил, ну зачем ты это делаешь? Ну, тут ДНС тупит сейчас. Ну, хотя ДПС-то хватает, если бы не хватило, просто это шанс бы был тирану отбиться. Ну, конечно, тут столько юнитов. Конечно, должно хватить. Oh, it's on. Mineral field depleted. It's go time. SCV ready. Your forces are under attack. Вот, пожалуйста, что делает ДНС сейчас? Какие дестабилизаторы вообще? Зачем они нужны? Они нахрен не нужны при этих... Какие-то темписты. Иди ты убей, блин. Просто вот я, это вот реально непонимание игры, ну вот, не чувствовать называется. Нужно прийти на крики пробрить сейчас тирана. Очевидно, когда тирана так развалил, он не может отстроиться. Это нужно понимать быстро. И если ты пришел сюда, вот к ему, к четвертой базе, он планетарку не защитил, значит, у него и здесь ничего нету. ДНС зачем-то ушел назад, сейчас идет перед... Ну, 140, 200, можно было просто на клике продолжать брить сейчас. Здесь реально ничего нету. 3-3 грейды, тем более, блядь. Так. И чего? И чего? Нахрен дестабилизатор, здесь только контролем. Не, ребят, это прохладная вообще просто. Прохладная прохлада. Что он делает, я вообще не понимаю. Сейчас перераскладывается либератор. Да, точно. Все правильно. Единичку забыл. Ну, отдает, посмотрите, дает тирану 200 отстроит опять. Ну, все, а тиран с 200 может... Какие-то... Что он делает просто? Как я вот... Реально лучше, вот реально как по мне... Реально, как по мне, лучше как бичу слиться, пойти, чем при 200 лимита начать бегать взад-вперед по карте и потом отдаться просто по итогу. Вот это реально, ну, не очень. Блин, пошел странный. Штормы по КСМ, какие КСМ, какие, блин, вообще... Фу. Просто вот какая хрень начинается, ну вот, я не знаю. Понятно, если бы в студии сидел бы там в пиджачке, что-нибудь рассказывал бы, трали-вали, как юниты тут бьются. Ну, хочется-то по факту, а по факту беготня взад-вперед идет. Тем более, сижу дома и говорю, как есть. Адепты падают за двойным дропом, давай погоняемся. Всюка просто. Давай всем 200 лимит, назад бежать всеми, короче, вообще. Ничего не поделаешь. А здесь 2-1 уже, между прочим, воздух. А здесь одна атака. Сейчас темпестов... То есть сейчас Протас, посмотрите, в чем бред. То есть, он умеет строить юнитов, но у него не работает просто в принципе соображалка. Почему? Потому что он строит сейчас то, точнее, он строит специально под тирана юнитов, как будто бы. У тирана уже есть контра, он под нее строит. Зачем? Здесь по земле просто ничего нету. Здесь нужно пойти и убить реально.
Что-то бегает. Дестабилизаторы вообще, которые просто бесполезнейший юнит в данный момент. Вот Темпест начинает отдаваться. Пошла атака, но все равно лимита еще много. То есть я думаю, что Прост еще может выиграть. Но зачем просто придумывать велосипед, если оклик есть? Вот там вот был он давным-давно. 190-156. Темпесты отдаются. Сбреет, блин. Или не сбреет? Не, боится пока, боится. Грейды явно не прокликивают. То есть 3-3, там 2-2 еще было. Все, пошла атака, неужели? Пошла атака, да. Дестабилизатор стрелять, успевает дестабилизаторов отконтролить еще, блин. А зачем их успевать здесь отконтролить? Ну, на муве при этом ходит сейчас немножечко. На муве пошел, отдался сейчас. Колоссы не могут все пробрить и сливается. Он сливает армию всю сейчас, Протос. Просто сливает всю армию. Это же ад просто. Пытается что-то сделать. Сбоку что-то врывается. Ну, нужно было как раз туда, да. Штормовик идет на муве 2 минус. Но это вот когда, не знаю, вот когда я вообще не играю Лада. Я, конечно, чуть послабее, чем ДНС, конечно, играю. Вот. Точнее, я сильно послабее, когда вообще не играю. И когда мало играю, там уже тоже такая ситуация. Но вот именно похоже, у меня все что-то идет, сливается. Где вообще? Вместо того, чтобы дожать, просто сидишь и ничего не делаешь. Это называется полный провал. 3-2-2 от ДНС. Ну да, с коэффициентом... Коэффициент там явно не на поражение ДНС, а хороший. И Мил уже вышел даже. Тут нет, тут какие-то бичи играют, я пошел. Так, падает Темпст. Выигрывает Марин Лорд, выигрывает ДНС сейчас. Это просто что-то. Он проиграл. Он смог проиграть эту игру. Там, наверное, единица на Марин Лорда, 1.2 где-нибудь на Марин Лорда и 4 на ДНС с лишним, наверное, коэффициент. Так что здесь 3-2-2, ну... Наоборот, Марин Лорду надо делать. Сплитится Марин Лорд, пытается принять. Просто 170 в сотку. Вот сюда пришел, убил. Пока планетарку убивал, стало 170 в 120. Вот здесь вот было, без бункеров, просто. А клик сюда, все, а ДНС убежал домой. И вот какие последствия в итоге. С Марин Лордом на равных, то есть бился, потом вот такая хрень. Здесь пятая СС, планетарка, между прочим. Приходит ДНС, 155-164, восстановился там. Очередной Никс устроит. Так, ГОСТ ЕМП кидает. ДНС агрессивный блин под Либератора. Но блин чуть не заходит. Кстати, штормы-то еще есть. И штормы хорошие от ДНС заходят, я вам скажу. Так, еще штормы есть? Нет, все, штормы кончились. Адепты кончаются, архоны кончаются. 87-130, ГГ. Если я сегодня так на Лаладаре проиграл... Меня бы дико пригорело. Даже на ладере. А когда ты на турнире так делаешь, там не просто пригореть должно. Это, ну, я не знаю.
Так. Заходим в игру. Маринлорд 1-0. Надеюсь, такого бреда не будет в этой игре. Она будет более четкой какой-нибудь. Да, ставочки есть, кстати, все, между прочим. Ну, на кибете 1-0-8 на Маринлорда, 5-0-1 на ДНС коэффициент. Ну, с таким коэффициентом сам Бог велел ДНСу бегать зад-вперед и просто слиться в итоге. Потому что, ну, это иначе бы 5 коэффициент у кого-то зашел бы, по ходу дела. Но перебор слишком уж. Снутнирча унизил, смотрю, 3-0, по ходу, да, в финале? Или как там получилось? Причем Снут не фаворит, что на кибете коэффициентом был. Странно. Да, я уж заметил. Я, блин, просто если мы еще сейчас это все до часа ночи будет идти, я просто не выдержу реально. Такого, ну, я надеюсь, сериалом будет Маринлорд играть, а не ДНС. Нексус ставится, кибернетка, здесь орбиталка. Кстати, позиции такие, может однобазовую какую-нибудь тему замутить вообще. Позиции-то хорошие сейчас. Так, есть Марик, реактор, шухфакта строит. ЦЦшка будет? Да, ЦЦшка будет. Да как это? Так вот это вот произошло просто жестко. Зато как контролил. И шторм кидал, и дестабилизаторами стрелял, и блинкался просто. Ну вот успевал все. Дестабилизаторы там нужны, конечно, были прям вообще. Вот чтобы шарики, главное, летели просто. Нет смысла здесь на Маринлорда ставить. Вот. Было ДНСом. Четыре Марика. Марик минки, передропчик будет. Здесь два гелика есть. Ну и геликами можно попытаться ворваться к ДНС. Что будет? А, здесь и Старгейт, и Робо прям вообще. Пытается против сейфово сыграть. Гелики заезжают. Ну, три адепта прям есть у ДНС сейчас. Пытается встретить геликов. Ну, Маринлорд, как я сегодня на ладре, в Нексус грамотный залп делает. Ну, две пробки убил, на двух гелионов разменял. Бывает, что тут говорить. Ну, бывает и получше. Фениксы там что-то ждут. На патруле они. Ну, если получится залететь Маринлорду сейчас. 3, 2, 1. КД идет. Прям на фениксов. Ну, правильно. Давай, вырываемся. Что делает Маринлорд?
знает, что делает Марин Лорд. Минк пытается закопаться. Подрезает Минку. Подрезает. Бить! Феникса убил. Минка выжила. Нет, Минка не выжила. Ну, двух фениксов разменял на Минку. Вообще красавец. Марин Лорд грамотно законтролил. Ничего не скажешь. Три один, Снуд все-таки выиграл. Так, здесь минки на второй просто дропаются. Ну, минки в молоко стрельнули. А обсервер здесь летает, здесь медивак был сбит. Ну, Марин Лорд, кстати, 7 пробок забрал, что самое интересное, вот в данной ситуации умудрился каким-то образом. Здесь Марики что-то тупят, стоят, домой пошли, конечно, домой пора идти. Может, имеет смысл вообще выход сделать, добить его. Посмотрите, он еще в наглую, тут третий Нексус стоит. Марин Лорд все видит, у него сейчас 14 Мариков, Либератор, там, Медивак, танки будут скоро. Просто прийти и убить его, даже без стимпака, без всего-всего вообще. Копается. Я не понимаю, что Марин Лорд пытается доказать. Что-то дропается. Здорово, Антох. Пошел выход от Марин Лорда. Без стимпака, без ни хрена, там колосик один строит, что есть у просто. 7 адептов, 4 феникса. Здесь Либератор, 2 танка, 23 марика. Марики нормально смогут помочь здесь. Так, раскладывается Либератор. Танки приходят прямо сюда. Что называется, оба в раскладке. Колосс уже не спасет здесь, да он бы и не спас. Колоссы сейчас слабые очень. Даже против Мариков, даже без щитов. У Мариков плюс один сейчас будет готово скоро. Оверчаж выставлен. Бесполезен этот оверчаж. По адептам танки там садят. Очень неплохо. Фениксов нужно покусить. Танк нужно ближе перевести. Оба. Ближе переводит. Марин Лорд очень близко берет. Либератор где-то сзади, правда, сейчас. Прирост сюда идет, колосс там сзади стоит, он без рейнджа. 118-91, ДНС тут разваливается. Минки перекапста, минку пытается поднять, марики подходят. Танки убили колоссов, марики с адептами дерутся. Либератор-то где вообще? Все, либератора сложил, либератором прикрыл. Правда, от земли здесь бы уже от фениксов по воздуху прикрыть, мне кажется, больше нужно было бы. Адепты новые доварпились. Так, фокус медивак идет, фокус либератора. Залп сделал либератор. Минки копаются. Марики подходят сзади. Нужно прикрыть танк обязательно. Пилончик падает. Да, 76-118 падает. Все, в итоге ГГ пишет ДНС. Ну, хоть так, хоть так. Так, снять режим модератора. Могу снять, да ты можешь просто не модерировать. Ну что, Марин Лорд Сирал ТВЗшечка у нас будет сейчас.
Так, ребят, звонок надо сделать. Так, все, я здесь. Понял тебя, Антох. Да, ДНС уже давно играет, Крадок, привет. Не думаю, что ему сейчас поможет там что-то сильно. Тащить. Вот. Спиди 90. Пишет, мне с прежних стримов сон приснился, что ты каменщик и вдруг начал не вешать нос гардемарины. Хороший сон, не вешать нос гардемарины. Вот. Марин Лорд Сирал, Марин Лорд фаворит против Сирала, дичайший. Ну так, наверное, и есть, как я думаю, скорее это всего.
Начинается игра, но хоть побыстрее, слава богу. Все, поехали. Центральный протокол. Карта, я думаю, что здесь дико долгих игр не должно быть. Как с DNS, потому что там DNS что-то выдавал, просто какие-то удивительные штуки. Радук. Неожиданно про Реву. Реву бы и трех бы их затащил бы на Big Game Hunters, я думаю, если бы создать. И в первый, и во второй StarCraft, я думаю. Warcraft, не знаю, что там за карта, но DNS, Сирала и Marine Lord'а изи одновременно просто. Но с кодом на бессмертие. Юнитов. И на 10 тысяч минералов еще. Только так. Так, камерку убрал. Забыл захватить. Вот. Пять роучей заказано. Где гранаты-то, чуть не понимаю. Марин Лорд странные гранаты ставят. Кривоватые, я бы сказал. Нужно сваливать отсюда реперками. Что и делает Марин Лорд. ЦЦшечка заказана. Лава пошла, свич уже пошел. Ну что, роучи все больше и больше у Сирала. Кстати, он в контратаку собрался идти, насколько я вижу, потому что у него 19 дронов, и по-другому я не могу описать сейчас происходящее. Да, Сирал идет в контратаку, и сейчас очень вовремя, я вам скажу, Marine Lord стопнул свич, точнее, затеял свич в био. Или Сирал все-таки решил... Ё-моё, Сирал решил в макро играть. Но это ошибка, это очень большая ошибка для Сирала сейчас. Он просто слишком сильно вложился, как мне кажется. Ещё инъекция пошла.
Discovery. Nidus пошел. Не, все-таки решил этот сериал, что как-то не очень. Получается, нужно Nidus пилить. И я уверен, что Marine Lord... А, у него Steam. Ё-моё, у него Steam через 20 секунд. Меньше уже, 11. Что тут овера пытается подбрить? Не, на Steam это минус, скорее всего, будет. Нервный Марин Лорд. Перестимпачился всеми. Еще про Хэппи писал. Брейнлес, безмозглый. Кто еще тут где безмозглый? Мне вот интересно. Игрок такого уровня не понимает, что такое количество юнитов просто залпа Нидус убьют. Даже без всяких стимпаков. Ну, и потратил ХП столько это. Не смог гранатками взорвать. Дал вылезти. Да тут и пофиг, что сера вылез вообще. Щиты скоро уже будут готовы. Депошки есть. Так, Нидус на мейн пошел. На мейне Нидус Марин Лорд сбривает. Здесь врыв идет сейчас на вторую. 10 секунд до щитов. Они уже в бою, кстати, успеют доделаться абсолютно точно. Фаерболы пошли. Марин Лорд уворачивается. Стимпак спускается вниз, все, щиты готовы, минус Сирал, 1-0, Марин Лорд, абсолютно точно. Фаербул пошел, ГГшечка. Хорошо, на скилле сейчас прокатил. Паразитологи пошли. Может, вас сделать в чатике эксперты. Сегодня то, что не было. И историки, и экономисты, и, я не знаю, и философы были. И по Старкрафту топ-10 ГМЛ. Ну, по Старкрафту всегда топ-10 ГМЛ в чатике всегда сидит. Вот. Причем всех серверов и корейского, и евро, и т.д., и т.д. Вот паразитологи, смотрю тут. Может, вас этими модераторами назначить всяких паразитов из чата выгнали вы? Давайте там ссылки эти в личку, ребят, кидайте друг другу там паразиты там и т.д. Но на самом деле паразиты, да, это такое дело, как бы их очень-очень много. Даже в благополучных странах, типа Европы, каждый третий человек, ну, там некоторых паразитов самых распространенных имеет. Вот. Начали гуглить там паразитов всяких.
Вторая игра. Upgrade complete. The Grim Reaper has arrived. SCV ready. Летчиков не было, да, пока. Ну, с летчиками-то тут шито-крыто, а вот в вот в космонавта кто-нибудь может, мне кажется, заделаться. Вот. Факта, строится реактор более стандартный. Опенинг в этот раз через мув здесь, там через одного рипера всего. Гранаты риперов бьют по личинкам полным демеджем. Почему? Потому что во втором Старкрафте все касты в основном, я не знаю, может быть какие-то нет, я вот реально даже этого не знаю, они пробивают броню. То есть в первом Старкрафте даже Ямато Батлкрузера, если был армор, допустим, оно меньше на 3 там демеджа наносило, как бы. И Шторм меньше демеджа наносил всегда там. То есть все касты меньше наносили. Здесь же ни хрена. Здесь же все бьет полным демеджем. Два гелиона рипер приезжают. Просто гелиона фактически отдал. Два хп осталось. И банша с инвизом у Марин Лорда. Ну, какой-то очень старый бил. Пепи такими темами сейчас не играет уже, кстати. Види это рестрим. И армори, во что еще под пуш будут. Русский человек — страшная сила. Ну да, как-то так. Дотекают гелиона еще. 6 есть, рипер банша, то есть хелбаты плюс банши. Здесь спорка ставится. Интересно. Хелбаты заходят, риперочек ушел под прикрытие хелбатов. Гранату может кинуть, имеет смысл. Не кидает. И гранат пока у нас. Марин Лорд пытается королев выбить, пока танкуют хелбаты. Ничего не получается. Просто изи оборона сейчас была от Сирала. Так, атака на воздух пошла. Зачем атака на воздух? Мне вот интересно. БВ... Так, надо отписать, да, челу про БВ. Может, завтра БВ. Не знаю, как БВ. Реально, столько стримов. Я уже думаю, что завтра может отдохнуть. Просто хотя... Какой отдых? Завтра 3 турнира. Завтра GSL, завтра отборочные в Бобролиге и вот этот турнир еще.
Ну, поубивал еще немножечко рабочих, Марин Лорд. На либераторов грейд на атаку делать, ну, на фьюжн кор тогда делать. А, здесь реакторы, то есть это масс либерейшн получил. Ё-моё, что за дичь-то? А что, так, и по земле, и по воздуху чисто либератора, что ли? Интересно, какой-то билд здесь. 5 старпортов, ни хрена Марин Лорд тут затеял про какую-то дичь просто, я вам скажу. 7 муталисков заказано. Либераторов все больше и больше. Пользователь Блай активировал премиум на ваш канал. Пользователь Блай премиум активировал. Нежданчик просто. Спасибо, Влайчик. Про демки видел, демки скину. Все будет нормально. Риперы или личинки? Ну, если масс-риперы, конечно, есть смысл личинки убивать. Одним рипером просто долго. Одним рипером 3 гранаты надо, а если у тебя хотя бы 3 есть, 3 гранатки кинул, все, личинок хоть всех можно лишить. Так. Скажите, а почему тогда все слабыми-то, еще не понял? Грейд на атаку, 2 либератора. Где они? Летают? Где второй-то, еще не понял? Второй висит обычным демеджем наземным, пытается что сделать. Видит старпорты сейчас прекрасно, Сирал. Залетает, пролетает. А чего либератор так мало заказывается? Чуть не понимаю. А так, а есть уже? Блин, спалил все нафиг. Ну это такая. Банши улетают. Королев расконтролил здесь. Ну вот, не прикрыл банши. 2 потерял сейчас. Одна и только улетела с большим количеством энергии. Здесь либераторы сейчас будут сбривать оверов. Нужно, кстати, интересный билд. Либератора, банши, то есть можно сбрить воздух. Так, здесь гелены проезжают, что ты делаешь? Марин Лорд вообще не контролит. Ну, это косяки Марин Лорда, конечно, гелионов потерял всех. Нужно, вот сейчас он мог убить либератора баншами и гелионами, кстати, попытаться. Но не пытался Марин Лорд этого сделать. Так, банши ушли. Что тут делают-то вообще? Муталиска, я не понимаю. Банши плюс либераторы отбиваются на изичах, что называется. По либераторам фаерболы падают. Марин Лорд, правда, по лимит немножечко проседает. Нужно идти дожимать сейчас. 2 атаки сейчас будут очень скоро готовы. Уйдет чертяга. Скорость одинаково уходит. Корапторов все больше и больше. Сплит корапторов пошел. Нужно либератор немножечко назад отвести. 2 атаки здесь есть, между прочим, на либераторах. Нужно все вычинить и убить корапторов, полететь. 2 атаками развалят в хлам вообще. Пятая ЦЦшка здесь уже. Гелионов 6, еще 2 либератора строятся. Корапторов реально много летит. Ой, 18 на 8 либераторов. Что-то перемудрил здесь, по-моему, Марин Лорд. Ничего не вычинивает. Ошибка, конечно, ничего не вычинивать сейчас в этой игре. У него очень жестокая такая ошибка. 10 либераторов. Но с 2 атаками против такого и количества и корапторов можно подраться. Под туреточками особенно. Нужно уйти, собрать их в стек нужно. Кривейший контроль от Марин Лорда. Стек собирает, но корапторов слишком много. 135-150 лингами проврывает все здесь. Туретку вычинивает. Планетарка готова. Начал планетарку писать с корапторами зеленочкой. Минус планетарка моментально. Гелионы поехали в контрзаезд. Ну, вот все, что нужно было Марин Лорду строить либерат. Даже такую игру не смог.
есть, заезжает 143-162, еще при этом Фюм не может выиграть до сих пор. Сирал, причем его здесь разломали Гелиона очень жестко, я бы сказал. И я бы сказал еще, что Хелбатов нужно бы трансформировать, было бы давным-давно. И вообще бы Синее Пламя не помешало бы сделать, на самом деле, Марин Лорду. Третья воздушная атака. Вообще готов какие-то ультралис кеверны. Что делает Сирал здесь? Исключительные мозги Леона. Он каких-то делает вообще жесть какую-то. Что Сирал видит? Караптеры полетели. Куда они полетели? Хочет запилить сейчас что-то. Либераторов все больше и больше. Пришли, кстати, приехали Гелионы, убили все вообще. Сиралу еще Марин Лорд сейчас выиграет, что самое поразительное. Не, роучи не было. Вообще, врыв Гелионов это что-то было, конечно. Потери почти одинаковые. Три атаки готовы. Залетают Либераторы. Третья атака готова. Скан пошел. Нужно сплетануться просто и все. Либераторы все новые и новые сюда летят. Все, караптеры пошли вперед. Да не попадай ты под микоз, да и все, да что ж ты делаешь-то? Сплетанит их с тремя атаками, в хлам развалят. В хлам развалят, даже со сплитом. Три атаки у либераторов, о чем речь, вы что, ребята? Здесь нули грейды, как вообще вот эти люди не играли в StarCraft 1, я так понимаю, не знаю. Как можно не понимать, что юнитов невозможно убить таких с тремя атаками? Они же сплэшевые, они вообще разрывают. Либераторы прилетают. Куда вы летите-то? Посмотрите, что они творят. Закручиваются, как головастики просто. Г. Армор делай, блин, Г. Дуремарка. Ну что, Марин Лорд время сэкономил наше. Стоп-стар делаю сейчас я.